Всем привет! Значит так, я получил задание от родителей сделать сестре обруч снежинки на утренник. Для этого нам понадобится обруч, купленный за 10 гривен. Дальше, 5 снежинок, купленные за 5 гривен. И клей, пистолет. Итак, приступим. Берем наш обруч и снежинку. Нам надо найти центр. Для этого ищем здесь центр и проводим пальчик до этого центра. Вот, нашли. Дальше берем термоклей. Осторожно, он горячий, поэтому когда будете клеить, вот так пальцами не прижимайте посередине, потому что можно обжечься. Итак, наносим капельку клея. Шама молоси, и в адоме, а коли подошел шеф, он пош в стоне, твой душу паша. Скрытый момент, мосом штиме к цветам гомы делали. А я уезжаю, у люла тут пик. Ты сидел подумав шеф. Итак, я уже сидел, вот такая отличная корона получилась. Сестра будет счастлива, очень счастлива. Но есть один нюанс. Здесь же, видите, это колечко, дырочка. Его надо отрезать. Значит, берем мы. Вот такую мы получаем супер крутую корону. Всем тем, кто понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, всем удачи!